Конституция Республики Казахстан – фундамент реализации стратегии «Казахстан-2050». Конференция под таким названием состоялась в Североказахстанском государственном университете имени Манаша Казыбаева. Участники встречи говорили о влиянии документа на развитие общества. Репортаж Ксении Куценко. За 20 лет независимости нашей страны Конституция Республики заложила крепкий фундамент для создания правового, демократического и политически стабильного государства. Принят главный документ был 19 лет назад. За это время наша страна добилась колоссальных успехов в своем развитии. О важности и значимости основного закона сегодня говорили участники конференции в Североказахстанском государственном университете имени Манаша Казыбаева. Сегодня Конституция определяет уровень нашей республики в мировом сообществе. Эта научно-практическая конференция называется «Конституция Республики Казахстан. Фундамент в реализации стратегии «Казахстан-2050», где была определена национальная идея «Мангликель». Принятие основного закона – одно из важнейших событий независимого Казахстана, отметила в своем докладе Алма Мурзалинова. Конституция является опорой для разработки всех законодательных актов, которые издаются во всех сферах нашего общества, в том числе и в образовании. Со дня принятия документа система образования страны неоднократно изменялась. Первый этап – 1991-1996 годы характеризуется прежде всего принятием конституционного закона о государственной независимости Республики Казахстан и, безусловно, Конституции Республики Казахстан. Отметим, что уже на первом этапе начато создание нормативно-правовой базы. Сегодня основной акцент делается на внедрении в учебный процесс инновационных и прогрессивных технологий образования. В рамках встречи участники постарались коснуться разных сфер жизнедеятельности и влияния на них Конституции. Название нашей конференции присутствует название программы «Стратегия-2050». И мой доклад посвящен одному из разделов. Это новая социальная политика. И хочу сделать акцент на том, что формирование здоровой нации – это сейчас общегосударственная задача. Хочу акцентировать внимание слушателей этой конференции на том, что одновременно развивая массовый спорт и спорт высоких достижений, только так мы можем продвигать наше государство к вершинам каких-то социальных успехов. Говорили участники встречи о том, что Конституция – гарант мира и стабильности для представителей всех национальностей, проживающих в независимом государстве. Александра Салмина, Ксения Куценко, Жулдызбек Ермуканов, Новости МТРК.